битва подвалов. Добро против зла. Всем привет, ребят, с вами я, Зомбак, и сегодня мы посмотрим на новые подвалы. Но необычные у нас сегодня новая битва подвалов. И с одной стороны у нас только добрые персонажи. Это у нас говорящая Анжела и Бэйби ТВ Вумен. Но они будут против злых монстров ТВ Мэна Икзи и злой Анжелы Икзи. Ну что ж, давайте начинать. Я предлагаю выбрать как раз таки центральный подвальчик и узнаем, кто же победит в сегодняшней битве. Погнали посмотрим. Итак, мы куда-то попали, ребяточки. Я так понимаю, слева у нас находятся добрые персонажи. Да, я уже вижу Анжелу, ребята. Что это там летает? И вон там у нас маленькая ТВ Вумен. Так, ладно, мы их обязательно спасем. А справа у нас вон там монстры разные. Давайте под начало подойдем к Леди Баг. Привет. А, привет, Леда Зомбак. Эй, я могу тебе помочь пройти к добрым персонажам? Где-то здесь на кухне у меня лежал ключик. Если найдешь, ну, можешь идти дальше. Ой, это хорошо, Леди Баг, давайте поищем. Так, на кухне, да, говоришь? Ой, сколько у тебя тут ящиков? Может, в холодильнике завалялось, а? Или в микроволновке ты ключи не грела? Да, интересно. О, ключ, нашелся, ребята, нашелся ключ. Спасибо, Леди Баг. А мы можем открыть вот эту дверьку и попробовать пройти дальше. Что у нас здесь вообще происходит? Это что, из стены? Что-то летит на меня! Так, ладно, будем осторожней, короче, ребят. Аккуратно проходить. Так, я тут шипы еще задеваю. Надо быть просто осторожно. Вон там, ребята, в ловушке сидит Бэйби ТВ Вумен. Надо аккуратно к ней пробраться. Так, а здесь сразу три огненных шара летят. Быстрее пробегаем, отлично. Фух, я спрятался как мог. Быстрее бежим. Отлично, мы справились, ребята. Это жесть испытания, но мы с молодцы с вами. Здесь у нас золотые яблочки. Круто, их золото. Так, Бэйби ТВ Вумен у нас добрая, ребят, мы сейчас ее обязательно спасем. Давай, шипы, уходите отсюда. Так, погнали со мной. Мне надо выбраться обратно. Отлично. Эй, приветик. Да, привет, Зомбак. Нет, меня вытащил. Конечно. Давай-ка я тебя отведу тогда к доброй Анжеле, хорошо? Погнали со мной. Так, открываем дверьку. Айда сюда. Ну, идем за нами. Так, Анжела, привет. Ты не сможешь пройти эти испытания? Они очень сложные. А я тебе тут еще и подружку привел, вот. Ладно, будьте тогда здесь вместе, я попробую пройти испытания вообще без проблем, хорошо? Так, у нас здесь... Ага, я, кстати, взял вот такую вот дрель, и теперь будем прорубаться сквозь алмазы. Ох, сразу по 9 блоков ломается, а вот это круто! Так бы всегда алмазы добывать, да? Слушайте, сколько... А, монстр! Так, фиолетовый радужный друг, отстань-ка от меня. Я нашел 45 алмазных блоков, а в одном блоке целых 9 алмазов, значит, мы накопали прям очень много алмазов. Я думаю, что мне этого хватит до конца жизни. Я еще нашел. Шикарно просто, ребят. Просто шикарно. Давайте сломаем. А я сейчас случайно могу поломать стены, да? Так что давайте-ка будем аккуратно тогда прорубаться. Возьмем пушечку в руки и пойдем дальше. Ага. Здесь еще есть куда проходить. Блин, эта дрель вообще очень крутая. Вы посмотрите, как круто она проламывает проход. Это какая-то бурмашина. У нее вон спереди вот эта штука крутится, смотрите. Вон она вращается, и я прям могу проламывать, прокапывать себе проход куда захочу. Так, давай-ка ты, повар-обезьяна, сейчас у меня получишь. Отлично. Прокапываемся дальше, давайте. Ломаем здесь все. Как много алмазов они добыли, чтобы просто закрыть стены? Думали я, что, не проберусь? Да, алмазы прочные, их можно ломать только там какой-нибудь железной или алмазной киркой, но можно и бурмашиной. Давайте прорубаемся. Что за стена такая длиннющая, и мне так долго проходить надо? Опа, здорово, Несса! На тебе, получай, на! Отлично, с ней тоже справились. Ну, кстати, добрых персонажей мы уже увидели, спасли Том! Ты здесь тоже? Привет! О, здорово, Зомбак! Да, я тоже здесь! Это круто! Вау, деньги! Я что, могу их взять? Давайте возьмем себе 5 штучек.
Вот, 5 стаков. Я думаю, что... Ой, мне еще один надо взять. Все, мне этого хватит. Спасибо, Том. Ты очень крутой. А мы погнали обратно. Но мы продолжаем, друзья, потому что мы прошли только в одну сторону. А нас ждет еще вторая сторона с Игзи-монстрами. Так, вот как только сюда пройти дальше... Это что там, гигантский камерамен? Он меня, кажется, уже ждет. Какой он страшный, боже мой. Так, ладно. Попробуем найти, может, где-то в коробках спрятали. Так, вот это мне что-то напоминает. Смотрите, это же блоки слизи. Так, нашел. Я нашел, ребяточки, нажимную плиту. Мы сейчас ее поставим вот сюда. И так, и теперь попробуем, ребят, пройти дальше. Давайте открываем. Отлично. И что у нас здесь? Здрасте, здрасте. Сядем на мотоцикл, поедем. Так, садимся. Все, поехали. Бум-да-да-да-дам. Отлично. На тебе, получай. Тут ТВ-мен, ребята. Эй, слышь, ты ТВ-мен, отстань. Отлично, возьмем пулемет и поедем бить всех этих монстров. Вы посмотрите, какой он гигантский. Ты чё такой весь? О, он меня прям кулаками мутузит. Так, да ладно тебе, давай подеремся. Получай. Ух, какой он мощный, сильный. Он хочет... Он меня заметил? Он меня заметил, он меня прям рукой бьет. Да, мы его победили, ребята. Садимся дальше на мотоцикл и поехали. Опа, на тебе, голубой радужный друг. С тобой, я думаю, легко разберусь. Отлично, проезжаем дальше. Здорово, Скибиди. Туалет, какие же вы сильные-то, а? Что ж с вами так сложно? Перезарядим наш пулеметик. Привет. Здорово, Флаффи Пэнс. Как поживаешь? Ай, я в него так с мотоцикла попадать не могу. Вот, другое дело. Поехали дальше. А здесь тупик, ребят. Нам нужно, походу, вот отсюда пройти. И опять мне нужно открыть дверь. Что у нас здесь? Алмазы! Вау! Алмазы — это круто. Возьму себе немножко. Так, а здесь у нас, посмотрим, рычаг. Да, это то, что нам нужно. Так, алмазы не теряем. Забираем с собой. Открываем дверьку. И здесь протекает лава. Кажется, у вас этот потолок дырявый, ребят. О, Анжела Икзи, привет. Ты куда пошла? Ну ладно, придется тебе, походу, в лаве погореть. Давай-ка, получай. Отлично, с Анжелой Икзи справились. Попробуем пройти их испытания. На самом деле легко, кажется, что думаете. Ну чё, попробуй пройти. Чё тут, подумаешь, всего лишь надо лаву не задевать, да? Но на самом деле это посложнее испытание, чем кажется. Потому что лава всё-таки близкая, но очень горячая. Надо её всю не задевать. Так, перепрыгиваем. Отлично, я довольно уже хорошо продвинулся, но нет! Бан-бан, Икзи! Взял, скинул меня всё-таки в лаву, и теперь мне начинать гореть. Ладно, будем осторожнее проходить дальше. Постараемся ничего не задевать больше. Так, Хаги-Ваги красный, иди-ка сюда. На тебе, получай. Погори пока что в лаве, я сейчас до тебя доберусь. На, отлично. Мы большие молодцы с вами. Так, перепрыгиваем. Хорошо. Так, мы почти у финала, ребят. Остался только Ниблер Икзи. Фух, все, ребят, он тоже побежден. Я предлагаю вот этот последний кувырок сделать. И мы прошли. Погнали. Выбираемся, ребяточки, обратно. Вот такая вот у нас битва получилась. А кто же победил? Добро или же зло? Пишите в комментариях. А с вами был Зомбак. Обязательно ставьте лайки, если вам видео понравилось. Подписывайтесь на мой канал и не пропускайте новые серии. Всем удачи и пока-пока.